репрессии не щадили никого. Ни крестьян, ни рабочих, ни интеллигенцию, ни священников. По ложным доносам людей осуждали. Страшно, больно. И, конечно, об этом надо помнить, чтобы не допустить ни в коем случае таких повторов. Я каждый год хожу сюда, отдаю дань этим людям, которые ни за что погибли. Отца, конечно, я никогда не забуду. Ему дали 10 лет, а его отца, он работал бригадиром полеводской бригады. Как говорится, преданный был уже колхозу, все, бригадиром работал. И забрали, и сказали, что, ну, как уже в книге написано, что не проводил некачественный сев. Десятилетней девочкой 11 ноября 1937 года она лишилась отца. Он ушел в стылую осеннюю ночь, сопровождаемый сталинскими опричниками из НКВД. И больше она его никогда не видела. Всю свою жизнь Ларамана не верила, что Роман Афанасьевич Козласов враг народа. Интересный такой момент для меня, конечно, плачевный. Национальная школа здесь открылась для элитных. Элитная школа для детей, участников Великой Отечественной войны. И меня как-то прошли туда. Не прошло и месяца, как меня разоблачили и отчислили с этой школы. Эта школа не для детей врагов народа. Мы испытали и голод, и холод, и непосильный труд. Все испытали. С каждым годом нас все меньше и меньше. Сейчас, видите, горстка уже осталась небольшая. Обидно, конечно, жаль тех, которые уже ушли из жизни.